Всем привет! Привет! Мы сегодня решили снять видео, как украшена Португалия. Да, для тех, кто в далеких краях и не знает, как празднуют Рождество местные. И я хочу сказать, что в этом году вот и Куартейра, и Луле украсили очень-очень красиво. Да, вот этот замечательный шар. И здесь на бульваре еще звездочки повесили. Тут особо не видно. Но мы сейчас перейдем в другое место и покажем еще одну нарядную вещь. Это рядом со станцией, да? Да. Это у нас автостанция. Мы перебрались на набережную. Сейчас в другое место сходим. Очень симпатично сделано. Разукрасили звездочками. Красота. Это все еще Куартейра, пешеходная улица торговая. Центральная, да. И вот такая красота, чтобы вы не думали, что мы не в Португалии. Это Португалия, апельсины на улицах. Какое же Рождество без натальных скидок рождественских. Пожалуйста, вам 10, 20, 30 до 50. Покупай, не хочу. Поехали, Лола. Я все выключил. Издалека снимаем, поближе не получается подойти. Это осьминог, наряженный в лампочки по-новогоднему. Ну и наша авенида, или как сказать. Ну, в общем, мы сейчас поедем в Лоле. Да, еще покажем, еще лучше место. Ну вот, доехали мы до Лоле. И вот здесь такая тоже красота. Беседка с загадыванием желаний, падающий снег. Ну и название города, сейчас резкость. Вот. Тут даже Дед Мороз есть. Пайнатал поехали. Разукрасили крепость. Смотрите, как. Это древняя крепость. Мы еще в той звездочке сходим. Вот там звездочка наверх. Увидите, что это такое. А здесь вот городок. Рождественская деревня. Да, где Деду Морозу приходят, детки рассказывают, чтобы они хоть хотели получить подарок. Есть. Вот, собаки, давай, подойди. Как живые, прям настоящие. Сгладить. Вижу тебя я в тундру, вот на этих саночках. Я спускаю мясо, медведя гонят. Пингвинята. Это же из мультика, по-моему, какого-то, да? Поближе подошли. К крепостной стене. Здесь инсталляция Пайнатала с оленями и надпись «Деревня мечты». Ну, мечты. Ну вот, новогодняя елочка Лоле. Добрались мы до нее. Ее высота 1,60 м, наверное, не меньше. И здесь вот деревня мечты, где опять же детишки лолешные загадывают желания Деду Морозу и потом исполняются. И выходим сейчас на главную улицу перед муниципалитетом. Туристов полно сейчас. Кто в маске, кто без маски? Здесь статуи вот оленей. Вот туда вниз и вот сюда вверх. Сейчас чуть-чуть. Да, тут глазами-то оно лучше видно. С правой стороны вот это муниципалитет, а там рынок. Сейчас туда поближе подойдем. Оттуда пришли, вот муниципалитет украшенный нас с надписью «Хорошего праздника». И рынок, который тоже многие знают. Там бульвар. Сейчас мы туда сходим. И Дед Мороз за роялем. Лобает. Это дорога к парку, кто знает, тоже бульвар,
Работающий фонтан в декабре месяце, кто бы мог подумать. Ну, вот так вот рынок с пианистом Дедом Морозом. Вид от фонтана. А тут Дед Мороз вообще на самолете летает, между прочим. Ну и, конечно, пройдемся по нашему любимому бульвару. Весной он сиреневый, зимой он зеленый. Вот такая красота. Да, надеюсь, что вам понравилась прогулочка с нами. Всем хорошего настроения. Пока. Рождественских поздравлений. Еще рано, мы еще поздравим. Да, еще успеем, да. Всем пока. Пока.